Здорово, акваланги, с вами снова Рима, сегодня у нас очередная серия Сабнафтики. Ну что ж, в общем, я хотел вам еще кое-что показать, и я не знаю, когда это дело добавили, ну, я только что выяснил, то, что мы сможем скрафтить вот такую некую приманку для новых существ, да, приманивает, вернее, существ к себе, может быть размещена вручную или подводной лодкой, не может быть повторно использована. Давайте скрафтим, посмотрим, что это за шняга такая, нифига, надо, она здоровая. Я даже не знаю, что с ней можно сделать. Сейчас мы попробуем. Возможно, она будет, как говорится, вот эти вот всяких моллюсок к нам приманивать. Возможно, так. Вот мы ее типа сюда поставили. То есть ее второй раз мы не можем, да, взять? Приманка. Приманка. Ну-ка, работай. И что, они теперь вокруг нее будут? А вдруг какая-нибудь херня здоровая к нам придет? Например, сталкерек, либо еще больше левиафан. Не, я не думаю. Я думаю, что маленькие рыбки будут к нам сюда подтягиваться. Кстати, помните, мы в прошлой серии что сделали? Мы с вами поставили комнату сканирования. И, как вы видите, тут у нас даже куски известняка появляются. Прям рядом с нами. Поэтому, ну, давайте пока что приманку оставим. Пусть пока работает. Подождите, а куда она пропала? Чуть я не понял. Она куда-то пропала. Я не знаю даже, куда она пропала. Это баг или это так должно быть? Типа она сделала приманочку и потом пропадает? Короче, хрень какая-то полная. Хрень полная. Я не знаю. Пишите комментарии. Так, известняк тут у нас уже пропал. Привет. Привет, дружище. Зарывайся. Опа. Опа! Отлично. Ух ты, мы это дело еще не сканировали. Римас, ты много чего пропускаешь. Римас, ты такой невнимательный. Господи, ребята, ну я же не профессионал в этой игре. Как говорится, я же тут не показываю. Мастер-класс, как надо играть. Расслабьтесь, господа, расслабьтесь. Это нормально. Да ладно, где пыльца камикадзе? Неужели нет пыльцы? Нифига, тут всякие шняги и так далее. Ладно, хорошо. Погнали. Так, ну что, чем мы будем заниматься? Мы будем, наверное, также строительством заниматься, да? И по ходу дела... Слушайте, давайте лучше вместо строительства, лучше куда-нибудь уплывем далеко, 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 чтобы... просканировать. Мне, знаете, надо резак найти. Я, правда, не знаю, где этот резак ищется. Возможно, мы его пропустили. Помните, вы... 3 серии назад, кажется, говорили, Римас, ты там чемодан пропустил, там что-то можно было просканировать. Возможно, тот самый резак и был. Если так, то нам придется обратно вернуться в остров, где, собственно говоря, этот чемодан и находится. Ну, надо еще его найти. Так, это у нас опять красный биом. Честно, я не знаю, для чего это была приманка сделана. Вот мы ее, типа, выпустили, да, там, просрали. А этот... Так, а что у нас такое? Мотылек? Блин, нам бы еще мотылек сделать. Ладно, короче, будем сегодня искать. Только ничего не строить, ничего не делать. Просто тупо ходить искать. Это мы уже открывали. Здесь мы уже были в прошлой серии. Фрагмент комнаты сканирования тоже мы с вами сканировали. Блин, что полная темнота. Хер поймешь, что тут, как тут. Туда-сюда. Ладно, поехали. Шлемы все надели. Скафандры, акваланги. В общем, все, что нужно, все, что это, надевайте. Обязательно. Мне кажется, сейчас будет интересно. Так, у нас воды нет с собой, да? Нету воды. Серьезно, что ли? Это очень печально. Ну ладно, если что, мы сейчас до базы потом доберемся. Также ответьте мне, пожалуйста. Я его вроде в прошлой серии спрашивал. А если мы будем огни включать, зарядка батарейки будет быстрее расходоваться или нет? Или все равно? То есть со включенными огнями, либо с выключенными, не знаю. Так, это у нас опять мотылек. Нам не нужен мотылек. Нам нужно что-то новое. Нам нужно что-то новое. Видите, опять этот баг. С этим делом.
Ребризер нам, конечно, бы здесь сильно помог. Так, это кварц. Ладно, давайте сначала воздуха хлебнем. А то сейчас помрем к херам собачьим. Воздух, воздух. Вернись, пожалуйста, к нам. Ну, вроде бы сейчас разработчики сделали так, когда ты плывешь со включенными огнями, ты привлекаешь внимание. То есть не только шумишь, но еще и привлекаешь внимание со стороны. Вот реально я вот здесь застрял. Я не могу сделать резак, я не могу сделать переносной этот конструктор кораблей, ну как называется вот эта хрень, где там крафтится мотылек и, конечно же, циклоп. Вот это вот большая проблема. Так, кварц, кварц, кварц. Ну, вроде бы ничего здесь такого вкусного нет. Может быть, здесь что-то мы найдем? Слишком глубоко. Вообще темнота. Сплошная. Так, у нас воздух. Воздух, ребят, не хватит, чтобы сплыть. Мне кажется, рано нам еще в эти места идти. Вы видите, какая просто сплошная темнота. Я ничего не вижу. Я в курсе. 30 секунд. 150 метров. Неужели мы не успеем? 6 секунд. Успеем. Фух. Жесть. Просто жесть. Возвращаемся обратно на базу. Нам здесь делать нечего. Рано еще, ребят, рано. Нужно найти резак. Может быть, попытаемся сзади, как-то сбоку корабля найти. Может быть, там какие-то чертежи будут. Вот раньше я резак быстро находил. Сейчас, к сожалению, все по-другому. Как-то, мне кажется, локацию поменяли, что ли, этих лутов, либо еще что-то. Еще один момент, я еще раз повторюсь. В прошлой серии об этом говорил. Медь теперь более редкое явление, нежели чем серебро. Вот это вот большой минус. Не знаю, зачем они это сделали, но медь, братан, медь. Хотя это другая планета, может быть, здесь другие понятия. Может быть, здесь золото, это типа как сталь, а медь это типа как золото. Возможно, это так. Кусок известняка. Ладно, давайте сейчас вот здесь вот поищем. Может быть, что-то действительно мы пропустили. Привет, хитерек. Ты такой страшный и опасный. Известняк, известняк, известняк. Ой-ой-ой-ой-ой, как страшно. Как страшно и как темно. Темнотища просто. Рима с ночи не снимай. Вот бы это... О, медь. Вот, пожалуйста, медь. В красном биоме его очень... Это не выступ, вот он выступ. Так... А ребризер нам надо найти, чтобы на этот большой глубине, как говорится, не сильно страдать. Либо еще, знаете что, трубочки, шмубочки, в общем, вы меня поняли. Тоже можно искать. Вот эта вот медная херня, ну, чуть не назвал херней. А, она нам не нужна. Иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда. Иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда. Не боюсь я тебя, не боюсь. Кусок известняка. То есть сканирование до сих пор продолжается. Вот смотри, здесь тоже известняк. Кто бы думал, кто бы мог подумать, что он здесь есть. О, еще одна медь. Ну, я бы не сказал, что медь прям недоступна. Просто надо знать. Привет, сталкерек, хитерек. Ёптеть. Какие же вы злые все. Так, медь, руда. Во. Да тут меди достаточно, по сути, господа. Все нормально. Можно и не переживать. Ладно, поехали. Перекусим, а то у нас что-то воды мало. Так. Медь закидываем сюда. Также соль. Серебро. Да что за баг такой? У меня что-то этот туда-сюда гонит, непонятно. Так, все это тоже закидываем. Отсюда забираем всю эту шнягу ненужную. Анализатор, что-то какой-то, хрень какая-то.
Короче, что мы будем делать? Мы сейчас будем разбирать все это дело и переставлять. Нам бы, конечно, еще одну комнату сделать. Слушайте, давайте еще одну комнату сделаем. Мы можем даже верхнюю комнату сделать, если вообще это возможно сделать. Типа соединить или верхнюю комнату. Как вам такая идея? Ну-ка, сейчас посмотрим, что у нас тут доступно. Все-таки строительством надо заняться. Все-таки. Римас тоже обещал. Так, это реактор. Вот модифицированная станция у нас тут есть. Энергопередатчик что-то непонятный. Какой-то. Вот, допустим, мы вот эту базу сделаем так. И у нас получается автоматическая лестница будет, да? Хрен. А, нам надо соединитель. Вертикальный соединитель сделать, наверное. Не, он не работает. Кто-то писал, что он типа. Он именно так и работает. Не, ребят, вертикальный соединитель у нас не работает почему-то. Может быть, снаружи его надо? Да что ты меня достаешь, дебил? Может быть, снаружи его надо ставить? Нет. Тоже не поставишь. Слушай, а как его теперь соединять? Раньше же можно было соединять. Я не помню, правда, как это делалось. Нам еще и аптечку сделать. Компьютерный чип и сетчатое волокно. Ладно, разбираем шнягу. Разбираем ее. Я хотел сделать один... Что-то у меня звуковая карта полетела. Видать, опять... Какая-то хрень случилась. Ладно, хорошо. Давайте сейчас опять воды выпьем. Ёпта, это что такое? А, у нас получается три приманки, да? Ладно, эти приманки, блин, они нам не нужны. Вот сейчас вот честно, вот эти вот приманки нам, по идее, не нужны. Давайте сейчас шкаф сделаем сначала. Один здесь. Второй. Так, кварца не хватает. Ладно, хорошо. Один достаточно здесь. Закидываем приманки. Вот этот глайдер, конечно, заберем обратно. А дальше кварц. У нас кварц, в принципе, достаточное количество есть. Медь оставляем. А также мы можем сделать вот так. Вот сейчас мы с вами, возможно... Ну, давайте медь. Проволочку нам надо сделать. Нам надо еще компьютерный чип сделать. Я вам скажу, для чего. Чуть позже. Образец. Подожди, образец или... Или образец... Обычного коралла. Пластичного, кажется, да? Ну-ка. Так, медная руда. Да, вот он. Все, у нас есть компьютерный чип. Прекрасно. Теперь нам надо аптечку поставить. Так, волокно. Силиконовая резина и волокно. Ладно, давайте сейчас возьмем. А волокно из чего делается? Боже мой, я опять забыл. Римас, ты забываешь. Дизлайк, отписка. Образец водорослей. Погнали. Да, и воды надо выпить обязательно. Что-то у нас опять с водой проблема. Сейчас найдем пузыря, может быть, сделаем из него воду. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Погнали. Пузырь? Ты где? Где пузырь? Что-то я не вижу пузырей. Пузырь, 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 ты где? Пузырек, хитерек. Так, нету пузыря, короче, ладно, хрен с ним. Да боже мой. Emergency. Severe dehydration detected. Secret. Ладно, сейчас сделаем.
Сейчас воды выпьем, не переживай. Сейчас сделаем волокно сначала. Так, антисептик как делается еще раз? Из соли и из обычного коралла. Блин, придется образец делать. Блин, а что у нас с водой? Это проблемы такие, боже мой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, уходим отсюда. Уходим, уходим, Вася, уходим. Я реально, я не пойму, почему у нас так прохождение затормозилось, в плане того, что реально резак не могу найти, ребята. Вот в этом-то и проблема. Нету резака. Все, пошла вода. Очищенная вода. Фу-ху. Как это классно! Когда ты глотаешь просто обалденно вкусную воду. Ну давай еще одну рыбку. Так, и еще раз. Все, мы сделали это. Мы это сделали. Так, выкидываем все ненужное. Так, теперь давайте вернемся к строительству. Что мы хотели? Мы хотели аптечку сделать. Вот она как раз аптечка у нас и появилась. Давайте возле, прямо вот здесь вот. Замутим ее. У нас, кстати, энергия заканчивается в строителе. Так, все. Пусть он пока аптечку нам делает. Аптечки делаются автоматически. Самое главное, чтобы у вас эта шняга стояла. Ну и дальше посмотрим. Стазис-винтовка. Замораживает физические объекты. А вот резак... Резака я не вижу. Ремонтный инструмент есть у нас, а вот резак. Катушка дайвера. Катушка дайвера. Ну, чтобы это не потеряться, понятное дело. Вот резак нету. Вот резака. Где вот, вот где искать резак, я не знаю. Вот хоть убей. Ну, нету. Давайте антисептик еще один сделаем. Еще даже два антисептика можем сделать. Отлично. Отлично. Поехали в поход. Нам здесь делать нечего. Так, в поход, наверное, с собой возьмем. Ничего практически, только возьмем самое необходимое. Ну, это вода, еда и все. Да, и у нас одна батарейка есть, на всякий случай. Поехали, поехали, поехали. Вот, батончик возьмем с собой. Кстати, может быть, мы что-нибудь посадим здесь, а? По центру. Ладно, потом, с рисом потом займемся. Я хотел заняться сейчас, ну ладно, потом. Хорошо. Так, батончик взяли, все взяли, поехали тогда поближе к кораблю. Где-то сзади, возможно, мы, ребята, с вами встретимся, знаете, с кем? С Левиафаном, потому что он здесь, сзади, либо спереди находится. Короче, он сзади этого. А, сзади Аврора он там находится. В Аврор попасть не можем. Не знаю, может быть, я туплю, но без резака мы там делать, нам там делать нечего. По сути. Так. Пузырь, иди сюда. Ты мне нужен. Так, пузырь мы все взяли. А интересно, дроном мы сможем сканировать вещи? Вот это вот интересно, чтобы, как говорится, безопаснее, чтобы себя чувствовать. Ну, дронами вещи, мне кажется, будет интересно. Так, открыли нового чувака. Так, это дело плюется. Ой-ой-ой-ой, что-то там жестко прогружается. Вот он, наш корабль. Как раз мы сзади у него. Мне кажется, вот в этих местах мы должны что-то найти интересное. Вот здесь меня точно не было. Правда, здесь радиация еще, потому что мы еще не разобрались с Авророй. Твою налево. Как мне здесь страшно, вы бы знали. Не люблю эти места. Я не люблю эти места, господа. Что это такое?
Блин, ну эту пушку я уже открыл. Ну что ты мне ее суешь? Дай мне нормальную пушку. Потом редкие ресурсы, типа алмазы здесь раньше были, их нету. Понимаете? Ёб твою мать! Фух, ебать. Твою ж налево, как я его ненавижу. Он меня просто ваншотнет к херам. Фу, я прошу прощения за мат. Это у меня такое редкое, ребята. Так, ну он там ходит, да, я понял. Надо как-то поосторожнее быть. Точняк возьмем. Да где все гребаные модули, которые я их могу пос... Блять, я не понимаю эту игру. Почему все изменили, так неприятно сделали? Ну непривычно. Что это за дело такое? Я не знаю, что это за такие дела. Вот честно, вот. Ну ладно, давай здесь вот посмотрим. Может здесь что-то мы не... Мы здесь... Здесь я был. Здесь я был. Я туда ходить не хочу. Не-не-не-не-не. Там мой друг. А с другом надо реже встречаться. Это что за херня? Офисный стул. Нахер мне этот стул нужен? Ну нахер мне нужен этот стул? Ну реально, ну резак дайте, резак. Короче, надо в Википедию зайти и резак поискать. Там по-любому... Ух ты, ёптать, это что за аномалия такая? О, она меня отталкивает вверх, смотрите. Может быть, мы что-то с ней можем сделать? Не, не, не сделаем. Чипуль! Мы ее уже изучили. Биосфера, или как это называется? Фух, вот это я пересрался. Ну, фрагмент маяка. Ну нахер мне нужен. Ну дайте мне что-то нормальное. А, видите, здесь тоже без резака. Ну никак. Мы же вроде бы там все отремонтировали, да? Давайте вернемся к капсуле. Может быть там все ответы есть. Поехали к капсулу, вернемся, ребят. Вот она, капсула наша. Бля, вот я пересрался. Вроде бы локация большая, но с другой стороны, блин, ты вот как-то быстро все это дело. Раньше как-то казалось, что медленно все происходило. Но нет, но нет. Так это тоже мы сканировали. Ладно, пойдемте к капсулу. Может быть, там что-то мы не доремонтировали. Может быть, там надо какой-то маяк активировать, чтобы получить какие-то сигналы. Так, маяк. Послать сообщение. Радиограмма. Это автоматический сигнал. Здесь это капсула 4 и так далее, со времен и тому подобное. Понял. Смотрите, мы даже можем... Базу, например, в, си... вот, в оранжевый цвет, да? Либо в желтый переделать. Прикольно. Сигнал. Сигнал у нас будет красный. Капсула 4. Нет признаков жизни. Рекомендуется исследовать. Вот нам бы сигнал найти. Давайте уберем все это дело, только сигнал оставим. Да что это такое? Так, а где этот сигнал теперь? Или какую-то шнягу надо на голову надевать? А? Может быть, нам надо какую-то шнягу на голову надеть? Сейчас, ребят, бутылку воды сделаю. Ну, мы уже одну одели. Так, огнетушитель нам не нужен. Аптечка. Ласты, шмасты. Так, а это что у нас такое? Воздушный пузырь. Стазис винтовка. Пропорционная пушка. Переносной сборщик транспорта. К сожалению, у нас не все открыто. Так, грависфера. Использует искусственную гравитацию. Нет, здесь у нас ничего такого интересного нет. К сожалению. Мы с этим делом пролетаем. Так, ладненько. Дальше. Возьмем тушнягу тоже.
А, вот он. Вот она, капсула, ёптать. Поехали капсулу искать. Может быть, что-то найдем там. Короче, одна... А, мы же ее исследовали, мы же ее находили. Блин, ну Левиафан, мне так нас... Просто, я не знаю, я так пересоваю. Я не люблю ужасы, еще раз повторяюсь. Не люблю я ужасы, ребят. Не люблю. 577 метров. Поехали, 500 метров, короче. У нас скоро батарейка закончится. Меняем ее. Может быть, там что-то найдем. Резак какой-нибудь, либо еще что-то. Короче, его надо исследовать по-любому. Вот эти моллюски мне нравятся. Наконец-то их добавили. Ну, их давно добавили, конечно. Ну, очень прикольно. Ночь, ночь. Ночь какая страшная. Четвертая капсула. Рекомендуется исследовать. Ну, раз уж рекомендуется, значит, надо ее исследовать. Ну, мы ее исследовали. Че, ее просканировать надо теперь или что? Так, ладно. Я понял. Ну да, мы здесь были, ребят. Мы здесь были. Мы даже все открыли здесь. Опа, КПК мы не взяли. Твою ж налево. Мы же журнал. Вот я дебил. Я-то думаю, что-то тут не то. Дорогие друзья, а вот оно что оказывается. Хорошо, хоть мы в этой капсуле не были. Так, мы ее вроде бы исследовали. Смотрим дальше. Смотрите. Капсула номер 4. Нет, это. Так, ладно, базу. Спасательно этот. Дрон. Дрон. Камеру убираем. Дрон. Фотоальбом. Голосовой журнал. Радиограмма. База данных. Чертежи. Пластиловый слиток. Но мы же уже давно открыли. Еда. Ремонтный инструмент. Катушка дайвера. Стазис винтовка. Альтерра. Сигнатура технологии Альтерра. Так, дальше. Сборщик переносов, сборщик транспорта. Вот нам бы его сделать, ребята, чтобы мотылек наконец-то сделать. Компенсатор давления мод 1, модуль 2. Дальше, улучшение транспорта. А, вот такие вот получаются у нас чертежи, да? Ну, конечно, мы не все тут открыли, естественно. Так, офисный стул. Нахер он нам нужен? Вот нахер нам нужен этот офисный стул? Ну, понятное дело. Ладно, поехали обратно. На базу. Мы уже, в принципе, открыли это дело. Может быть, сейчас что-то разблокировалось, а? Вот, вот это вот мы уже сканировали. Все-таки, мне кажется, мотылек надо брать. Мотылек, хить, опа, нас здесь не было. Подожди, ну здесь могут быть этот, наши друзья. Здесь может быть мой друг. Ладно, давайте углубимся. Вообще-то надо это дело сканировать. Древесный гриб. Что за звук такой? Слышали, да? Что мы тут добываем? Образец гриба. Гриба, гриба. Так, здесь надо будет аккуратнее. Так, ну-ка на поверхность, быстро, 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 быстро. Погружение в 100 метров. Что-то там прогружается у нас. А Левиафан может сюда даже заплыть. Так, быстро смотрим, осматриваемся и обратно назад. Вот это что за хрень синяя? Опа! Циклоп, пожалуйста. Фрагмент циклопа здесь у нас находится. Так, это у нас плевалки.
Пиявка. Тихо. Плевалка тут у нас. Я понял, здесь можно найти фрагмент циклопа, ребята. Фрагмент циклопа. Вот еще один фрагмент. Вот еще один фрагмент. Прекрасно. Нет, это один фрагмент получается, да? А, это у нас комнат сканирования. Мы уже ее умеем. Так, 150 метров. Ладно. На поверхность обратно. Понимаете, у нас компенсатор давления есть, но я его надеть не могу, так как здесь радиация есть. Я вообще-то, конечно, предпочитаю найти резак и наконец-то убрать эту радиацию. Ну, вот так вот. У нас идет прохождение прям как-то не по плану, к сожалению. Но бывает. Ладненько. Так, это у нас какашки. Возможно, я еще какой-то фрагмент потерял. Пропустил, вернее. Так, эти плюются. Чуваки, вообще имеет смысл здесь где-нибудь рядом базу построить и не париться. Но ничего. Или где-нибудь, знаете, как он подводный мир найти там просто в жопе мира. И там построить базу. Правда, не знаю, как это будет влиять на, собственно говоря, давление. У нас база же под давлением. Так, ладно, выходим на поверхность обратно. Выходим на поверхность. Туплю. Я понимаю, что... Римас, ты тупыч, там, туда-сюда, обратно, всем приятно. Всех бомбит, ну, а что теперь? Без этого никак. Что, я до конца воздух-то не взял-то? Ух, нифига, тут еще новый остров есть. Может быть, там что-то мы найдем интересное? Блин, тоже не хочется. Сейчас я все исследую, да? Ну, 80%, да, там, исследую поверхности, там, ну, воду. А потом на циклопе что я буду делать? Вот скажи, что я буду делать на циклопе? Да ничего. Слушай, братал, я ж тебя не просканировал. Подожди. Все, пойдем ко мне. Хи-хи. Ну, дайте мне что-нибудь такое интересное. Так, здесь у нас уже начинается зеленый биом. 100 гребаных 30 метров. Давайте лучше... Во. Это что такое? Укрепленный костюм дайвера? Хорошая идея. Так, это у нас остров. Понятное дело, скорее всего, это остров. Нифига себе. Мы получили какой-то чертеж. В регионе обнаружена массивная какая-то энергия непонятная. Так, что за чертеж мы получили? Неужто мы получили резак? Слушай, братан, а дай резак, пожалуйста. По-братски, брат. О, термометр у нас есть. Прекрасно. Ремонтный инструмент. Не, резака нет, я не вижу. Слушай, его что, убрали, что ли, этот резак? Или что, я не пойму, где он? Он же, сука, раньше... Просто изи. Изи мы его находили раньше. Вот они, кстати, редкие ресурсы. Золото. Мы, кстати... Материалы, которые вы собираете, являются собственностью корпорации Альтерра. Вы будете обязательно полную рыночную стоимость. Что за звук такой? Пошли в жопу со своей корпорацией. Здесь корпорация дохлая просто. Альтерра. Хильтерра, ёптай. Фига себе, вот эту шняга. Вот это что за шняга такая интересная. Так, золотишку берем. Я думаю, здесь что-то, ну, реально вкусное мы должны найти. Но, с другой стороны, и опасное. Нас могут тут сожрать. Гребаный перевес. Я его ненавижу.
Что за хрень? Вот это что за хрень была? Альтерра. Насрать на вашу Альтерру, братва. Так, ну, мы здесь уже как-то были, помните, в свое время? Ух, нифига себе, я могу камни даже брать. И сюда? Чипу! Альтерра, блин. Ну что ж, ладно. Раз уж мы сюда пришли, мне кажется, сюда еще рано нам идти. Нам надо сейчас сначала, блин, найти как можно больше чертежей, а тут их очень много. Я надеюсь на это. Тут, скорее всего, их очень много. Ну и разобраться со всем этим делом. Друзья мои, с вами был Римас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вам желаю удачи. Увидимся скоро. Я с вами не прощаюсь. Да, и спасибо большое за лайки. Обязательно поставьте. Отсюда мы и продолжим, скорее всего. Всем пока.